Чистый лес на совести туриста, а чистый город – общая ответственность его жителей и властей. В Краснодаре набирает обороты челлендж по наведению порядка. Чтобы принять в нем участие, нужно сфотографировать замусоренный участок до и после уборки и выложить в Инстаграм с хэштегом #трэштег. Накануне к акции присоединились сотрудники одного из банков. Они поддержали идею главы кубанской столицы Евгения Первышова о весенней уборке города и навели порядок на бульваре Николаевском. Это в микрорайоне гидростроителей. За пару часов активисты очистили территорию от сухих веток и древесных остатков и собрали полсотни мешков мусора. Всего в экологическом флешмобе приняли участие 20 сотрудников банка. Буквально за 10 минут мы уже собрали, наверное, мешков 10, ну не 10, но 5 точно уже полных грязи и мусора, которые накидали наши жители, дети и так далее. Ежегодно наш банк участвует в данных мероприятиях, и мы за то, чтобы наш город был чистый, и зовем и призываем всех, не только коллег, но и своих близких, друзей, родственников участвовать в данных мероприятиях. Я считаю, что только участие каждого жителя города, каждого работника, любой организации необходимо для того, чтобы привести город в хорошее, чистое состояние. И мы не исключение. Этой весной акцию по уборке поддержали уже больше 10 компаний. Добровольцы очищают парки, скверы, детские площадки и придомовые территории от мусора, который скопился за зиму. Присоединяйтесь и вы, ведь сделать родной город чище никогда не поздно.